клип, но необычный клип, который мы показываем в нашей программе. Дело в том, что при участии студентов, выпускников ЮРГУ был снят клип о преподавателях, в котором они предстают в необычной роли, в необычных ролях. В каких, давайте посмотрим прямо сейчас. Ты моложе, ты сильнее, и сегодня близок к цели. Тебе открыты все двери, всех возможностей не измерить. Ты мечтаешь всегда о большем, но учебу считаешь скучной. И ты уверен, что преподы не в теме, но еще не знаешь, они в деле. В деле, в деле, в теме, в теме, в деле. В деле, в теле, но ты еще не знаешь, они в деле. В деле, в деле, в теме, в теме, в деле, в деле, в теле, но ты еще не знаешь, они в деле. Отбрось раздумья, все новое круто. Не дай сомнениям себя запутать. Что же там внутри? Загляни в себя и рассмотри. Тебе и смелость, и любопытство, все то, что нужно успешным лицам. Стоит только применить это на деле, и ты поймешь, что такое быть в теме. В деле, в деле, в теме, в теме, в деле, в деле, в теме. Но ты еще не знаешь, а не в деле. В деле, в деле. Вот такой клип. Классный. Неожиданный. Я, кстати, несколько раз до этого его посмотрела, и Ксения, конечно, чудесный голос, правда. Спасибо. А она у нас в гостях. Здравствуйте, да, Ксения. Стоит отметить, что вокалистка музыкального проекта «Вместе» Ксения Хохлова. Это... Здрасте. Здравствуйте, Ксения и Елена Ярославова, директор Института лингвистики и международных коммуникаций. Доброе утро, Елена. Доброе утро. Неожиданно в вашем клипе ректор крутит Александр спину. Шестаков. Да. Все мы его знаем. Как вам это удалось? И видно, что он как бы... Что это? Спиннер. Что это? Вот? Как вам удалось заставить его вот, это вот, вот этим заниматься? Ну, я думаю, что это нормально, потому что ректор у нас достаточно активный, прогрессивный человек, готовый ко всему новому, осваивать все новое. Ну, а спиннеры сейчас достаточно популярны от маленьких детей, и, ну, а что говорить о студентов, и до ректоров тоже. Понятно. Ксения, я так понимаю, текст сочиняли вы, да. Как пришла идея вообще, на это кавер, да, на известную песню, да. Я так понимаю, что музыка это известная всем. Вообще нас пригласила отдел интернет-вещания ЮРГУ, и просто предложили, сказали, связались с нами и сказали, что интересный есть проект, мы с ними встретились, они рассказали все, ну и, естественно, тоже так загорелись, потому что идея необычная достаточно, конечно, преподаватели так в таком новом свете, и это круто, я считаю. Они не скучные, показать, что они не скучные, что тоже живут полной жизнью, у них есть свои хобби, интересы. И вот так родился
текст. Мы выбрали хорошую запоминающуюся песню популярную, и текст должен быть такой тоже, который в голову западает и остается в ней, потому что, мне кажется, она очень такая запоминающаяся, какая-то заедающая даже немножко получилась. А когда снимали клип, что самое сложное было? Вот, ну, спиннер покрутить-то, в общем, несложно, да, вот поездить на гироскутере, на скейте. Что самое сложное было для преподавателей? Ну, во-первых, это необычные преподаватели, это директора институтов. Вот, и основная цель проекта была показать, что директора, они тоже нормальные люди. Студенты нас видят в разных ипостасях. И у доски в основном, и в кабинете. Вот. А здесь основная задача была показать, что у преподавателей действительно свои интересы, а мы такие же обычные преподаватели. Вот. Что-то, и попробовать что-то новое. Вот. То есть кто-то из нас пробовал новое. Но кто бы мог представить, допустим, начальника военного факультета танцующего, как нормально? Вот. Или, о чем вы говорили уже, ректора, который крутит спиннер. А вам-то какая роль досталась? Ну, я вообще человек достаточно активный. Вот. Я бы, конечно, хотела себя была попробовать в спорте. Но мне предложили профессиональный макияж. Да, так как времени у меня мало, я думала, why not, почему бы и нет. Классно. В переводе, что в переводе с английского означает, да? Вы наверняка учились у кого-то, да, из этих людей? Как-то было не страшно ли с преподавателями, мало ли там? Как-то, может быть, на второе высшее пойдешь, они припомнят потом, как вы над ними издевались в клипе. Да нет, не издевались, мне кажется, наоборот, это сближает студенты и преподаватели. Второе высшее теперь получить будет гораздо легче. Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Я напомню, у нас в гостях была вокалистка музыкального проекта «Вместе» Ксения Хохлова и директор Института лингвистики и международных коммуникаций Елена Ярославова.